Слушайте императорский указ! Отныне и навсегда граждане, увлеченные в ереси, подвергаются сожжению, дворяне казни мечом, крестьяне повешению, женщины погребению заживо. Особо тяжким преступлением считается чтение Библии на фламандском языке и наказывается четвертованием. Слушайте императорский указ. Его святейшим величеством определяется, что лица, упорствующие в заблуждении, подвергаются сожжению на медленном или быстром огне по усмотрению судьи. Его святейшее величество предоставляет доносчикам половину имущества, принадлежащего осужденным. Настоящий указ должен быть зачитан во всех провинциях, городах и крепостях в присутствии судебного нотариуса. Да будет так, да будет, да будет, да будет во веки веков. Аминь. Скорей, скорей, его ждут! Дьявол! Дьявол! Прячьте книгу! Восходит солнце и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Нет памяти о прежнем, да о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость, и познать безумие и глупость. Узнал, что это там линии духа, потому что во много мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. Дай сюда. Это же Библия на фламандском языке. Вас за это сожгут.